Докладчик, вам 2 минуты для заключительного слова. Хотел бы поблагодарить уважаемого оппонента и президента за такую вот увлекательную дискуссию, когда мы выяснили все-таки некоторые аспекты, такие как, например, характеристики нашей копоти, которые мы не пояснили. Мы это выяснили в дискуссии с нашим оппонентом. Большое спасибо ему за это. Также с помощью оппонента мы получили совет по оптимизации нашей установки и, в принципе, подтвердили важность копоти в нашем эксперименте. Вынужден не согласиться с рецензентом по поводу нашей формулы, которую мы приводили для вольфрама, потому что, да, действительно, она применима для абсолютно черных тел, однако в этой формуле мы учитывали свойства нашего вольфрама. И поэтому в данном случае мы можем ею варьировать. Спасибо рецензенту за то, что он обратил на это внимание, и все-таки мы выяснили некоторые аспекты по этому поводу. Спасибо за внимание.